Здравствуйте! В эфире программа «Патруль» и я ее ведущая Анастасия Дресвянникова. ДТП со смертельным исходом, пожар в сотовом салоне, перевозка алкоголя и снюс. Все это и не только смотрите в сегодняшнем выпуске. Поехали! Страшная авария в Ермаковском районе забрала жизни трех человек. По информации пресс-службы ГИБДД Шушенского, водитель, управляя Ниссаном, при обгоне КамАЗа столкнулся с ним и с автомобилем Hyundai, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП скончались водитель, его супруга и их 17-летняя дочь, ехавшие из Абакана в Кызыл. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. В Кызыльском районе полицейскими устанавливаются обстоятельства аварии со смертельным исходом. Установлено, что 29-летний водитель ВАЗа в селе Сырыксеп из-за высокой скорости не справился с управлением и въехал в опору линии передач. От сильного удара машина опрокинулась. В результате ДТП на месте происшествия скончались 29-летний водитель и 46-летний пассажир. Оба жители села Сырыксеп. Также госпитализирован еще один пассажир, 39-летний уроженец села Сырыксеп. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Минувшие дни вспыхнул магазин «Связной» в Кызыле. Видеозаписи пожара сразу же облетели социальные сети. На видео видно, как черный дым буквально за минуту охватывает весь павильон. По прибытию пожарных из торгового павильона шел дым. В течение получаса пожар был ликвидирован. Причиной быстрого распространения огня послужили горючие, утеплительные и отделочные материалы. Возгорание произошло в подсобном помещении павильона. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. На тушение пожара было задействовано 13 человек и 4 единицы техники. В администрации Барунхемчинского района Тувы начальница управления образования подпольно торговала спиртосодержащей жидкостью. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Юрий Поляков во время аппаратного заседания. Вероятно, тревожные звоночки в администрацию района о нелегальной деятельности чиновницы поступали и ранее, поскольку на требования главы республики объясниться. Руководство района сообщило, что чиновницу неоднократно приглашали для разбирательства, но с сегодняшнего дня она будет уволена, передает интернет-издание. Призовут ли бывшую чиновницу к ответственности за спаивание земляков, не сообщается. Случайно убил друга. Региональным следкомом завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего жителя Судхольского района в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 11 марта 2019 года около 15 часов на автомобильной дороге с сообщением Баратайга-Акдаш двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения пытались завести заглохший автомобиль марки «Богдан-2110» под управлением одного из них. Для этого один мужчина, открыв капот, начал замыкать стартер, а другой, находясь за рулем автомобиля, включал замок зажигания. При этом обвиняемый, не соблюдая элементарных мер правил безопасности, не припарковав автомобиль на стояночный тормоз и не поставив рычаг механической коробки переключения передач в нейтральное положение, включил замок зажигания, а когда автомобиль завелся, нажал на педаль газа, в связи с чем совершил наезд на стоявшего впереди автомобиля потерпевшего. Своими действиями обвиняемый причинил потерпевшему телесные повреждения, от которых он скончался на месте. Спонсор программы «Патруль» – компания «Климат-сервис». Продажа, монтаж и обслуживание кондиционеров, электровентиляторов, а также новое поступление каминов, водонагревателей, теплового оборудования, вентиляционной, бытовой и промышленной техники. Адрес – город Кызыл, улица Аюна Курседи, 54. И также новое представительство по адресу в городе Кызыле, улица Калинина, 25. Телефоны для справок – 8-394-22-5-29-80 и 8-923-261-70-70. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД на территории республики задержано 44 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. 23 из них в городе Кызыле. Среди нетрезвых водителей оказались 6 женщин.
Водителя «Жигулей» дорожные полицейские остановили за странное поведение за рулем. Классика жанра. Поддатый водитель видит сотрудников госавтоинспекции и начинает нервничать. Также этот мужчина сразу заехал во двор многоэтажки и пытался уйти пешком. Но не тут-то было. Инспекторы ДПС опередили его. При проверке документов стало ясно, почему он пытался скрыться. От мужчины исходил запах алкоголя. От прохождения на месте медосвидетельствования он не отказался. Прибор показал, что он изрядно пьян. А, 0,73 миллиграмма на литр. То есть превысили допустимую норму 0,16 миллиграмма на литр. Вы считаете, понятно, да? Теперь горе-водителю придется отказаться от своей ласточки на полтора года. А эту Мазду инспекторы ДПС за одну ночь ловили два раза. В первый раз она попалась за проезд на перекресток без сигнала поворота. При проверке оказалось, что водитель не вписан в страховку авто. Через несколько часов эта же Мазда попала в поле зрения уже других дорожных полицейских. Но на этот раз ситуация намного хуже. За рулем машины была владелица авто, у которой, к слову, не было водительского удостоверения. Более того, у девушки были признаки алкогольного опьянения. 0,54. То есть превысила допустимую норму. Допустимую норму 0,16. 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Это означает, что вы управляли транспортным средством в алкогольном опьянении с нашим прибором, что мы были Водителя «Газели» остановили для проверки, которую он не прошел. Во-первых, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во-вторых, у него с собой не оказалось документов. Как позже выяснилось, он был лишен права управления за пьяную езду. Теперь горе-водителю предстоит в полной мере ответить перед законом. Ему грозит лишение свободы. Также сотрудниками дорожно-патрульной службы задержано 86 водителей, управлявших транспортными средствами, не имея на это права. Так и этот молодой человек сел за руль, не имея водительского удостоверения. На вопрос, знал ли он об ответственности, молчит. Молодому человеку за это грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей. В Туве изъято более 2500 никотиносодержащих веществ. Управлением Роспотребнадзора совместно с правоохранительными органами обследовано 533 объекта на предмет незаконной реализации веществ с высоким содержанием никотина, в том числе 142 предприятия общественного питания, 391 розничной торговли. По результатам проведенной работы изъято 26 партий опасных веществ или 2572 единицы продукции производства Швеции. В отношении ответственных лиц возбуждено 21 административное дело. В случае подтверждения фактов причинения вреда жизни и здоровью граждан, информация будет передана в правоохранительные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности. Управлением также направлено 7 исковых заявлений в суд с требованием о блокировке интернет-сайтов, через которые реализуются запрещенные в России никотиносодержащие смеси. Управлением Роспотребнадзора по региону также усилен контроль на пунктах пропуска Хандагайты, Шарасур, Цаган-Талагой для недопущения завоза опасной для здоровья продукции с высоким содержанием никотина. В Улукхемском районе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» выявлено 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции. В рейде приняли участие 60 сотрудников МВД и 30 сотрудников спецподразделений Управления Росгвардии по Республике Тыва. Рейдовыми группами обеспечивался правопорядок в городе Шиганари, селах Арык-Узу, Тарталык, Чудура, Итал и Хайракан. Целенаправленно отрабатывался жилой сектор и лица, состоящие на различных учетах УВД. Проверены торговые точки и адреса граждан, незаконно реализующие спиртосодержащую и алкогольную
алкогольную продукцию. Выявлено 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции общим объемом 721 литр. В МКУ и ДГЕЛ доставлено 24 лица в состоянии алкогольного опьянения. Всего за различные правонарушения составлен 81 протокол об административных правонарушениях. Сотрудниками полиции также выявлен факт незаконного хранения наркотического вещества. Вес изъятой марихуаны превысил 11 килограммов. 2 факта ношения колюще-режущих предметов кустарного производства. Задержано 3 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Участковыми уполномоченными полициями, инспекторами по делам несовершеннолетних при содействии сотрудников ОМОН проверено 377 состоящих на профилактических учетах ОВД, в том числе 36 несовершеннолетних, 53 лица, состоящих под административным надзором, 56 условно осужденных, 78 ранее судимых лиц. Сотрудниками ГИБДД проверено 258 автотранспортных средств, выявлено 55 нарушений административного законодательства. Период проведения оперативно-профилактического мероприятия преступлений, нарушений общественного порядка, массовых беспорядков не допущено. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключение я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания.